20 февраля 2012 года в картинной галерее имени Антёха Кантемира состоялось открытие выставки работ художника, искусствоведа Ивана Антонюка «Когда кисть коснется холста». Выставка составлена из полотен, подаренных городу Бельце по завещанию автора Ивана Михайловича Антонюка и посвящена 75-летию художника. Широкая публика впервые увидела эти работы, переданные вдовой Раисы Васильевны Антонюк в июле прошлого года. Еще 4 картины пополнили экспозицию непосредственно в день открытия. Когда кисть коснется холста, произойдет чудо. Только если образ будет услышан художником, как человек говорит, ходит, улыбается. Иван Антонюк – живописец, в чью мастерскую нам позволено войти. Здесь все просто и непритязательно. Мольберт с чистым холстом, палитра, кисти, этюдник с красками, стопка подрамников в углу, на подоконнике статуэтки Венеры Миловской, этюды, наброски, картины на стене. В этом жизнь художника, порой очень непростая. Родился Иван Антонюк 20 февраля 1937 года в селе Гашпар Единицкого района Молдавской ССР в семье крестьянина Михаила, сына Ивана, гражданина города Сарук Бессарабской губернии, и Зинаиды Владимировны, рода Микшанских, знатной мастерицы-ковровщицы. В их семье всегда находили время для занятий музыкой и рукоделием. В доброй атмосфере любви к прекрасному росли дети. Старшие дочери Лена и Маша, сын Павел и младший Иван. Быстро бежит время, как этот ручей, то забурлит непосильной ношей голодного, холодного времени отрочества в Забайкалье, то сменится тихим нравом радости знакомства с первым учителем рисования, руководителем из окружка Золотаревым. Иван в числе лучших учеников. Таким лучшим учеником, студентом, Иван Михайлович будет всю жизнь. В 1962 году с отличием окончил Вижницкое училище прикладного искусства по специальности ковроткачество. В студенческие годы он систематически участвует в выставках, его работы отличаются особой колористикой, трепетом. Некоторые этюды сохранились по сей день, и сегодня они представляют немалый интерес. Мы еще познакомились еще в 60-м году, в прошлом столетии, так если будем говорить. Мы учились в Вижницкой прикладного искусства, это в Карпатах, в Черновецкой области. Он уже был на третий курс, кончил, перешел на четвертый, а я пришел на первый курс. Когда мы писали классные живописи, он приходил, и сзади там он тоже делал маленькие этюды. Пальцем красиво он делал какие-то цветовые отношения. Я потом, когда хотел посмотреть, мне очень понравился. И особенно подчеркивает, был пейзаж у него. Великолепно были. Маленькие такие этюды формируются, цветовые отношения. Я тогда подумал, это будет великий пейзажист. Опытные педагоги рассмотрели в способном студенте одержимость искусством, развили трудолюбие и наблюдательность. Учитель живописи Очередько помог раскрытию дарования юноши. Общение с ним, его уроки помогли освоить законы художественного мастерства, поверить в истинное призвание. Он был один из способных учеников. Студент, который он был грамотный, он ходил в 10 классов, он там только в спецприметы ходил, писал, фотографировал.
Окончил Иван Михайлович училище прикладного искусства с красным дипломом. Получил специальность мастера ковроткачества и навсегда связал свое творчество с живописью. В 1971 году с отличием окончил искусствоведческий факультет Института имени Репина Академии художеств СССР. Здесь вот у нас в Берцах был первым искусствоведом государственного диплома, причем это была Ленинградская академия художеств. И когда я через 3-4 года решила, что я тоже хочу быть небезграмотным человеком в изобразительном искусстве и поступила в Ленинград, то вот на зачетах, на экзаменах говорили: о, Бельце, это Антонюк, он у нас был. Я сначала удивлялась, что вот его так запомнили, но все сразу начинали улыбаться. Во-первых, это был такой солнечный человек, такой всегда очень доброжелательный, радостный. А во-вторых, он был безупречный отличник. Вот. Но отличником в Академии художеств Ленинградской было очень трудно быть. Вот такой это был человек и очень правомочное такое впечатление о нем осталось в Ленинграде. Семидесятые годы в судьбе Ивана Михайловича связаны с Бельцами. Первый и долгое время единственный искусствовед в Бельцах, он работал в бельских мастерских художественного фонда СССР и был одним из основоположников Союза художников в Бельцах. Активно сотрудничал с художниками, сформировавшими впоследствии Национальную школу живописи. Мне досталось впечатление об очень сильной, дружной команде художников и искусствоведа Бельцы. Всегда они вместе ходили. Молодые, веселые, задорные, революционеры необыкновенные. Вот все должно быть написано так, как ни у кого. В начале 90-х годов Иван Антонюк переехал в Бендеры, где работал преподавателем в художественной школе, научным сотрудником картинной галереи, и именно в Бендерах стал больше работать как художник. Его живопись яркая, декоративная, одновременно грамотная и вдумчивая, с конкретными, точно выверенными образами. Хотя искусствоведу сложно быть художником. Кроме теоретических знаний должен быть дар. У Ивана Михайловича он был. Особенно ему удавались портреты. Среди портретных работ выделяется полотно, которое занимает в творчестве художника особое место. Это портрет матери, в котором он выразил свое чувство большой сыновней любви к самому дорогому на свете человеку. Этот портрет матери – дар Бельской картинной галереи. Участие в 44 выставках, 4 персональные выставки, монографии, сборники очерков о художниках Приднестровья, составление каталогов, преподавательская деятельность – все, что пережил сам, чему научился, Иван Михайлович щедро делится с учениками и любителями искусства живописи. Многие работы находятся в частных коллекциях за границей – в Германии, Франции, США, Канаде, Израиле и Австралии. Произведения Ивана Антонюка неоднократно экспонировались на городских и республиканских художественных выставках. Более 50 полотен входят в фонд Бендерской картинной галереи. В июле 2011 года 40 полотен подарены Бельцкой картинной галерее. Таким было завещание художника, искусствоведа, человека яркого, душевного, трепетного. И это завещание выполнили его супруга Раиса Васильевна, сестра Мария Михайловна. Огромная благодарность за тот дар, который они преподнесли городу. Когда-нибудь это станет совсем историей,
со всем историей города Бельцы, со всем историей изобразительного искусства города Бельцы, художников, искусствоведов, которые здесь жили. И кто-нибудь поинтересуется и, надеюсь, получит очень приятное впечатление о том, как жило изобразительное искусство в городе Бельцы и какой замечательный в городе Бельцы был самый первый в ее истории искусствовед.